друзья, всем привет! Смотрите канал Елена Евгений. Сегодня мы пришли в ДК Ткаченко. Здесь состоится для детей, кто участвовал в конкурсе от депутата. Фамилию не буду уже говорить. Значит, были такие условия сделать подделочку новогоднюю и сфотографировать ребенка с подделкой и отправить на адрес электронной почты. И уже по итогам данного конкурса сегодня вот приносят все свои подделки и вручаются деткам грамоты, а также подарочки. Вот хочу показать, что получили мы. Вот такая вот грамота. Подарочек сладкий фирмы «Славянка». И вот такой для девочки набор. То есть указываешь в анкете возраст ребенка, пол, и уже исходя из мальчик или девочка, вручаются соответствующие подарочки. Вот здесь такие работы деток. После вручения подарков детки пройдут сейчас в зал, где будет проходить интерактивный спектакль для детей. Еще не знаем какой. Вот такая вот вроде мелочь, но очень-очень приятно. Спасибо организаторам. Деток много, уже все готовятся, проходят. Вот многие еще стоят на получение подарков. Все, всем спасибо. С наступающим Новым годом. Отлично. Это хорошо. Очень здорово. Здравствуйте. 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 Поздно ты, Дед Мороз, сейчас мы желания загадывать будем. Мы хотим в этом новом году стать Дедом... Детишки, родители, бабушки, дедушки, ну и приключения вы себе тут устроили. Тебя, Снегурочка, пугать не стану. Грыныч, хитрец, момент подгал, пока никого не будет, истощил звезду желаний. Тут... То, что вы Снегурочке помогли, приглашаю вас на новогодний бал, самые красивые елки в нашем сказочном лесу. Радости нам подари, наша красавица елочка гори. Подари наша красавица елочка гори. Такое, ребятки, а мы еще громче. И родители помогают сбыться нашему желанию. Все вместе. Чудо и радости нам подари.
наша красавица Лёша Гарри! Доченька, тебе понравилось? И подарочки, да? И елочка, и Дедушка Мороз. Все, спасибо большое всем за такую классную организацию. Там еще детки отплясывают, а мы бежим, у нас просто есть дальше занятия по кружкам. А может и останемся. Сейчас, может быть, доченька передумает.